А перед началом этого видео хочу передать приветики. Токаплей, передаю тебе большой приветик. Никастар, передаю тебе пламенный приветик. Всем привет, ребята, с вами Дина, и сегодня я вам покажу, что делать, когда скучно в Токе. Начнем. И первое — это создание персонажей и придумать разные истории. Это самое интересное, по-моему. Да, просто создаете себе семью или одного персонажа и играете с ним как хотите. Придумайте истории, все такое. Все это зависит просто от вашей фантазии. Да, это просто, да, просто создаем, играем и наслаждаемся. Второе — это стройка домов. Как мы сейчас все знаем, Тока Бока добавили в Тока Лайф Ворлд новую локацию — стройка домов. Это очень круто, и это занятие для тех, кто любит строить домики разные, красивые. Да, для меня это тоже очень интересно, устраивать дом разные. Так что второй способ — это строить дом. Третье — это делать коллекцию любого вещи, например, сумочек, телефончиков или спальных мешочков. Ну, это просто пример, вы можете делать коллекцию любого вещи, которого хотите. Это очень легко и интересно. Четвертое — снять видео на YouTube. Можно снимать все, что хотите. Сериалы, челленджи, туториалы даже можно. Короче, вы можете снимать все, что хотите. Это очень легко и просто. И пятое — просто выйти из Токи и заняться чем-нибудь полезным.